Ребята, всем привет! Сегодня у нас случилась беда. Супруга у меня травмировалась, немножко ножку подломила. Нога жестко опухла, ребят. Сейчас едем в Кузнецк, Калинина 52. Там, говорят, больница есть, надо будет снимок сделать. Нога голеностоп травмировали. Нога вообще жестко распухла. Я думаю, скорее всего, перелом. Отец говорит, может, вывих. Мы такие травмы часто видим в спорте. Бывают, то голеностоп подвернуть, то еще что. Вот, мое мнение, что там перелом. Супруг говорит, вообще больно жестко. Сейчас пока скорую ждали. Как будто целая вечность прошла. Жена так прям, хрипела. Не знаю, корчилась от боли. Я говорю ей, хватит уж так себя вести. Но реально больно. Говорит, вообще терпеть не могу. Вот еду за скорой, ребят, впереди скорая. Направляемся в Кузнецк. Ближайшая большая больница в Кузнецке. В Неверкино сейчас нет таких врачей. Поэтому приходится ехать 50 километров, чтобы сделать снимок, чтобы уже врачи поставили правильный диагноз. В общем, друзья, будем держать вас в курсе. А супруге желаю скорейшего выздоровления. Надеемся, что не перелом. Очень надеемся. Но мое мнение, что там будет перелом. В общем, ребята, увидим, сейчас узнаем. Немножко подождите, вас введем в курс дела. Минуль, ну что, два слова скажи, как самочувствие-то? Больно, да? Не прошла еще нога? Те же укольчик сделали. Все равно больно? Ну что, сейчас снимочек сделаем. Друзья, только что вышли из больницы, здесь в Кузнецке больница на Калинина 52, даже это не больница, а как называется, травмпункт? Да. Там нам диагноз поставили, снимок сделали, говорят, перелома нет, скорее всего, перелома нет, но они внимательно посмотрели снимок, говорят, все кости целы, там, скорее всего, сказали надрывчик связок, растяжение такое сильное, сказали ушиб сказали, да? Наложили гипс и говорят, в гипсе надо ходить дней 10, потом приехать, повторно будем обследоваться. Супруга говорит, вот прописали ей обезболивающие, таблетки всякие, потому что так невозможно жить, реально очень больно. Сейчас немножко первый шок вроде болевой прошел, но врач сказал, сейчас под вечер опять будет нога болит. Но будем лечиться, восстанавливаться, все, что надо, купим, сделаем. Костыли вот Саратова привезу, пока на костылях побегает. Что ты скажешь еще ребятам? Будьте осторожны, берегите себя. Берегите свое здоровье, никогда не расслабляйтесь, даже если катаетесь с детьми на горках, надо быть внимательными. Хорошо хоть, что дети ничего не травмировались. Мы же вместе с детьми катались с горки. Вот супруга немножко ножку неудачно поставила. Мы в дерево, короче, врезались, ребята. Весь удар приняла на себя. Да, весь удар пришелся на ногу супруги. Вот. Впредь будем учитывать эти ошибки. Так что, ребята, не расстраивайтесь. И мы не расстраиваемся. С праздниками всех. Впереди еще Рождество, Старый Новый год. Будем встречать. Надеемся, все заживет и будем бегать в скором времени. Целуем, обнимаем всех, ребята.